тут. Ты Эмиль? Да. Сколько ты уже тут работаешь? Не могу точно сказать. Где-то 5-7 лет. Где ты себя видишь, скажем, через 5-7 лет? Возможно, буду тут работать. Дети? Может быть. Значит, у тебя есть девушка? Да. Она красивая? Что? Твоя девушка красивая? Да, она. Она очень красивая. Просто ты сам не красавчик. Или я не прав? Ты сам считаешь себя симпатичным? Не спишь? Я хочу тебя, Эмиль. Один. Два. Я тоже хочу тебя. Три. Я хочу тебя съесть. Четыре. Ты знаешь, в чем твоя проблема? Пять. Ты не любишь людей. Йохан, я тоже человек. Какого черта ты всегда такой сложный? Нельзя быть нормальным, как все остальные люди. Я ненавижу! Я расскажу тебе историю. Слушай внимательно.